при поддержке halflife.su. Разум Шепарда. Эпизод 10. Ох, так. Теперь я с ветерком лечу по комплексу к выходу, где я смогу получить свою награду. Мне наверняка дадут медаль. Или даже 10 медалей. То есть пурпурное сердце мне точно обеспечено. В меня стреляли, жгли, били током и пытались раздавить уже столько раз. Это уже ни хрена не смешно. Ну, вернее, как там говорят, у меня теперь каменное лицо. И это реально напрягает. А хотя в жопу эти промежуточные награды, нужно сразу требовать медаль почета. И знаете, думаю, я вполне достоин ее. Ведь ее дают за отвагу и риск, превышающий долг службы. А меня вообще бросили при отступлении. А, еще же надо продемонстрировать выдающиеся способности. И я, блин, это уже сделал. Сколько я там уже пришельцев убил? Кстати, в одиночку. Лишь надеюсь, что я теперь не разыскиваемый преступник, ведь я... Вот дерьмо. Сирийский Обама, опять они! Но почему их никак нельзя обойти? Козлы, блин. Красота. Ха, лучше просто и быть не могло. Это был классический отвлекающий маневр. Он такой, вот дерьмо, граната. А я, надо было за мной следить. А он, блин, пушка. А я ему, бах. А он, вот хрень, я труп. Эдриан победил. Чистая победа. Тасманский дьявол. Это ж гребаная ракетница. Что она тут делает? Почему она тут лежит? Почему ее никто не использует? Она ведь в борьбе с пришельцами незаменима. И самое обидное, что я не могу ее взять из-за другой хрени у меня в рюкзаке. Черт побери, как же я хочу повзрывать. Но я не могу столько на себе таскать. Дерьмо. А я очень хотел ракетницу. Ну и срать, зато я почти выбрался отсюда. Ну а если подумать, к чему мне эта ракетница? Чтобы взрывать закрытые двери? Да для этого мне и гранат очень даже хватает. Кстати, я так не делал, ибо боялся их впустую потратить. То же самое случилось бы и с ракетницей, даже хуже. Потому что ракеты гораздо мощнее, и использовать их на двери глупо. Готово, ты можешь идти. Кто здесь? А ну выйди, чтобы я тебя видел. У меня есть полурастаявшая шоколадка, и я не побоюсь съесть ее. Ведь это было бы здорово. Скорее, Фримен, я не могу его лично держать. Он сказал Фримен? О, сегодня мой счастливый день, и я реально надеру этому парню задницу. Эй, а ну вернись, оранжевый хрен! Хрена с два, ты просто так не уйдешь! Что за дрянь? Черт побери! Дерьмо! Свали, я почти поймал его, урод! Блин, 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 давай, свались уже! Ну отлично, теперь все взрывается. Вот дерьмо! Надо срочно найти способ выбраться отсюда, пока меня тут совсем не завалило. Класс, еще один портал. Наконец я свалю отсюда. Эй, отвали, это мой портал. Только мне туда. Что за... Почему я лежу на земле? Что за хрень? Бог ты мой, Господь всемогущий. Да я же на планете пришельцев. Это не там, где я хотел оказаться. Что это за место? Люди не должны тут быть. А что, если мне не хватит воздуха? А вдруг тут везде токсичные испарения? И еще я подхвачу какой-то вирус, что съест меня изнутри. И где, блин, мне тут найти чашку кофе? Странно, но я чувствую себя сильнее. Или все стало легче? Оу, боже, это охренительно! Офигеть! Видно, тут гравитация не настолько сильная. Как же, вот и мертвые астронавты. А ну, что у тебя тут? Патроны для дробовика и... Что за... Это уран-235? Какого хрена ты таскаешь с собой уран?
Черт, из этого ядерные боеголовки делают. Блин, я же смогу это продать каким-нибудь барыгам за лимон доллар. Это я приберегу. Срань господня! Ненавижу эту планету! Отлично, только сломанных лодыжек мне не хватает. Бешеный космический трамплин вперед! Боже, а теперь что? Твою ж мать, это что, дождь из людей? Эй, мужик, ты живой? Нет, ты туп, как и все остальные. Тут никто не выживает. Господи, какая большая пушка. Как-то не ожидаешь, что ученый будет таскать с собой БФГ-9000. Она работает на уране. Лучше я не буду ее трогать, пока не разберусь, что тут к чему и зачем. Не хочу играть в безумные научные штуки, пока не свалю из этого безумного Гавнингтона. С населением в одного меня. Я совсем не понимаю эту планету. Вот это что? Это просто островки, летающие посреди ничего. И что с этим небом? Выглядит, словно там какой-то огромный рой. Видно, там обитают огромные пчелы. О боже, надеюсь, что нет. Я не хочу драться с огромной пчелой. В этом можно видеть только один плюс. Когда я ее убью, то я заберу ее огромный мед. Ладно, я почти у портала. Остался всего один прыжок. Дерьмо, 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 слишком, слишком далеко! Простите, сейчас продолжу. Какого хрена я не умираю? Ладно, забейте.